Здравствуйте, друзья! Те, кто знает наш канал и давно за ним следит, скажут, что в Мистери Спад мы были уже даже не один раз, а два. И снимали здесь. Но, в общем-то, всякий раз, когда гости, значит, начинаешь посещать какие-то места, которые сам, может быть, не доберешься. И вот сегодня такое обстоятельство, что у нас гость Михаил Бородянский. Мы едем к вечеру, в пятницу мы будем делать, ну, Михаил будет делать, мы будем присутствовать там презентацию своего курса по управлению, значит, событиями в жизни. Вот, и вот мы по дороге из Санта-Крус сюда приехали и будем для вас снимать сюжетик об этом таком примечательном месте. Тут как бы магнитная такая аномалия гравитационная. Ну, нам расскажут и покажут. Мы приобрели тур. А здесь вот магазин с подарками, с сувенирами. Вот мы пришли в магазин сувениров. Давайте посмотрим, какие есть сувениры. Это похоже на ножички. Надо же детям привезти холодное оружие. Ну-ка, давайте посмотрим. Да. Это мне напоминает советское детство, но тогда было очень трудно такое купить. Это был предмет вожделения. Да. Зажигалка, слушай, да, это зажигалка? Зиппо. Наверное, да. Так. Вот и такие маленькие штучки. Птички. Так. Ну, естественно, как во всяком американском таком сувенирном туристическом магазинчике мы видим маечки. Видите, вот это место называется Mystery Spot. Вы можете погуглить на Mystery Spot и увидеть массу дискуссий. Говорят, что жульничество сплошное, другие говорят, но не на пустом месте, хотя и с преувеличениями. Но мы заснимем, тут делают такие эксперименты, что ли. Так, чтобы вот было убедительно, чтобы люди видели, что здесь реально какие-то непростые вещи происходят. Когда вы будете ездить по Кремниевой долине, вы увидите, что у многих автомобилей есть бампер-стикер вот с этим Mystery Spot. Это очень популярное место. Не менее примечательный сувенир американский, чем маечка, это кружка. Вот такая кружка, стаканчик. Вот тут калифорнийская, это наш Мишка калифорнийский, он наш герб, можно сказать. Вот. Такие вот стопочки, друзья, так наливаешь и говоришь, ну, мистери прямо, бах, и в себя опрокидываешь. И чувствуешь это самое мистери внутри себя. Вот. Кружечки. Ну, как обычно. Все как обычно. А это вот за $4 плюс такс, 3,95. Вот это накладочка такая на номер автомобильный, на номерной знак. Вот это очень популярная штука. Слушайте, рогатки продают. А? Посмотрите, может быть, вам в Петербург рогатку привезти? Рогатка. Слушайте, ну вообще, за $11 рогатка, нет, друзья, многие из наших зрителей рогатку совершенно бесплатно сделают за 20 минут из подручных средств. Мы, например, в наше детство так делали рогатки. Могли их продать, оказывается, за $11. Да. Золотые слитки вот продают. Ну, недорого. Так. Понятно. Redneck. Keyholder. А чё Redneck? Ну, понятно. Вот. Держалка для ключей. А еще, друзья, магнитики. Магнитики на холодильник. Это тоже такое массовое американское увлечение. И есть люди, у них в холодильник там живого места нет. Существенно, чтобы это было, чтобы был магнитик из того места, где ты реально был, а не то, что тебе кто-то там подарил, где он был. Вот вы видите, вот сколько всего. Вот они тут. Большая такая штука. На ней и медведи, и бабочки наши. Монарховые бабочки. Вот. По-моему, это открывалка для пива. Ну-ка. Ой!
примагнитилось тут. А так явно открывашечка, да? Тоже полезный предмет, мы все знаем. Да. А вот еще. Тихо.